Новые «Мстители» установили первый кассовый рекорд. Фильм «Мстители. Война бесконечности» вышел на 43 территориях в мире и успел заработать 95 миллионов. Фантастический блокбастер киностудии Marvel «Мстители. Война бесконечности» заработал 39 миллионов долларов на вечерних показах в Северной Америке в четверг. Это четвертый показатель в истории кино и абсолютный рекорд для фильмов Marvel. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в пятницу. 27 апреля. Так, «Война бесконечности» опередила такие блокбастеры, как «Первый мститель», «Гражданская война» 25 млн, «Черная пантера» 25,2 млн и «Мстители. Эра Альтрона» 27,6 млн. Также блокбастер вышел на 43 территориях в мире и успел заработать 95 миллионов по предварительным данным. Пока наибольшая касса в Южной Корее, где фильм идет уже два дня, 11,4 миллионов. Рекордные показатели для фильмов Marvel в премьерный день зафиксированы в Великобритании 8,9 млн, Бразилии 4,8 млн и Германии 3,2 млн. Ранее сообщалось, что фильм «Мстители. Война бесконечности» может стать самым дорогим в истории. Бюджет блокбастера может составить миллиард долларов. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamyCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.